Он на меня такой летит, а я вот так отбегаю, его за ногу беру, начинаю крутить вокруг себя на 360, потом кувырок назад. Он на меня летит, языком своим так, а я его за язык беру и опять начинаю крутить, и потом выкидываю прям до Африки. Он с Африки возвращается, на меня нападает вот так, делает сальто назад, но я не отстаю, я его догоняю. Просто беру за позвонок и хрящики ему все ломаю, вот так потом бру просто с ноги ему в череп и выбиваю его нафиг оттуда вот так вот, а потом он добегает на меня и такой злой, что что на меня будет. Я ему говорю, отсюда пошел вообще, его так вот беру его на, прям контроль наберу и все, кокаю его. Вот. Ну, как-то так. Ты чё нам тут вчера еще не могу понять, а? То есть, ты хочешь сказать то, что ты одна вот реально убила того огромного йети с прошлой серии? Вот ты завралась уже здесь. Ну а что ты думаешь, мне какие-то небесные силы что ли помогли? Конечно, ты он убежал, бросил меня, трусишка, тот еще, конечно. А мне пришлось остаться один на один с ним. Конечно, я его брала и кокала. Вот, ты что мне не веришь? А ты, кузнец, ты тоже мне не веришь, что ли? Ну так я же уже один раз йети убивала. Ну вы что, не помните, что ли, а? Ну так это маленький йети был, это жена его была. А вот этот новый йети, он в 3 раза больше своей жены. И ты вот, ты реально, вот ты его одна убила. Да я тебе никогда в жизни не поверю. Вот это, тебе 100% кто-то помог. Так, то есть получается, вы прямо отказываетесь мне верить, да? Вот не верите. Нет. Кузнец, вставай. Кузнец, вот сюда вставай. Вот сюда, вот где грибы, вставай вот сюда, вот сюда вставай. Вот сюда. И ты тоже можешь туда вот подойти и посмотреть. Так, если хочешь, ради интереса. Давай-давай, иди вот сюда, вставай. Угу. Видишь вот это? Вот это видишь? Это кристалл льда, который мне выпал из йети. А теперь смотри внимательно. Кузнец, прости. Еще чуть-чуть. Вот так вот. На тебе повторить. На мне не надо. А вот на кузнеце еще раз можешь повторить, потому что я первый раз не разглядел. Давай. Смотри. И... А так. И вот эта шайтан-машина тебе из йети выпала, ты хочешь сказать? Ну теперь-то ты мне веришь? Откуда она у меня еще могла взяться, а? Ну ты, может, она шла по улице, может, нашла яти откуда, хотя, с другой стороны, реально, откуда у нее вот это взять? Ладно, верю, хорошо, как ты рассказала, так оно и произошло, окей. Да, именно так все и было, поэтому, кузнец, ты с этого момента, вы теперь мне всегда будете верить, поняли? Вот тебя мы здесь и заждались, все, Катюха, мы тебе верим, зелье. Получилось там зелье сделать или нет? Получилось сделать только одну колбочку. Будьте с ней аккуратнее. Смотрите, не разбейте. Зелье из ядовитого плюща. Именно это мы с вами последней серии 5 и пытались сделать. Это сраное зелье. Все, спасибо огромное тебе. Спасибо большое тебе, Зелевар, то, что помог. Нам сейчас нужно отправляться сразу же к Веронике. С тобой, Катюха, потом мы погуляем по городу. Я тебе все покажу. Давай, кузнец, на выход, на выход, на выход. Ну, наконец-то ты покажешь мне этот город. А то я здесь даже ничего не знаю, никогда не видела. Вот уже давно пора. Опять! Это кто? Голубь ядовитый харкает в нас своими слюнями! Вот это... Так ты подожди, так мы реально еще не избавились от этого вот этой вот фигни, как мы сейчас пироги будем бежать и... Обратно! Обратно! Да-да-да, быстрее в дом! Обратно к Зелевару. Так, это, конечно, все прекрасно, то, что мы зелье-то сделали, но как мы сейчас доберемся-то до дома Вероники, а? Так, ну давайте просто мы сейчас выйдем и быстро прям пробежим, она нас даже не заметит, а? Ага, а возле дома Вероники еще 3 вот таких горгули летающие находятся. И мы сейчас всю армию этих голубей переростышей туда приведем, да? И потом они нас всех сожрут, нет. Надо придумать какой-то план сейчас. Так, идеи, накидывайте идеи. А может, вот этот вот кристалл твоей бабы используем против них? Я тебе сейчас за бабу уши на жопу натяну, кузнец. Ты вот это, фильтруй базар, как ты мою девушку называешь. Вообще фигню какую-то, какой кристалл? Это кристалл йети, как он нам поможет просто против голубей летающих? Нет, кузнец, фигня какая-то. Почему фигня сразу, а? Мне кажется, хорошая идея.
Просто я сейчас выйду и заморожу их, этих голубей всех, и все. И чё, ты это, доверяешь кузнецу и его идеям? И верить кузнецу, себя не уважать, Кать? Нет, не будем этот кристалл использовать, мы их 100% убить не сможем. Хорошо, у тебя есть какие-то другие варианты, а? Это хотя бы хоть что-то, мы можем попробовать. Ладно, давай попробуем, хорошо. Попытка не пытка. Давай, выходи, демонстрируй силу вот этого йети, которого ты кокнула, давай. Сейчас она меня увидит, нападет на меня, и я попробую ее кокнуть. Давай, кузнец, дверь закрывай за собой. Так, куда она улетела-то, а? Вот она над нами там кружляет. Так, давай, птичка, на меня, или кто это там, голубь, кто это? Давай, короче, спускайся. Аккуратно, опять плюет, Кать, да ты куда используешь, что надо, чтобы она ближе подлетела к тебе. Так, давай, сейчас это самое, без лишних слов, готовьтесь. Катюха, готовься, как только она к нам сюда подлетит, сразу используй свое заклинание! Давай! Так, давай, где давай? Давай, ближе! Нет! Ну ты ближе подходи, куда ты отходишь-то от нее так далеко? Так это она от меня далеко отходит, а не я от нее! Так, давай, морозься, скорее, голову, блин, вонючий, давай! Есть, все! Получилось! Ты так, ты продолжай, чё ты на нас смотришь, морозь её, давай! Так вы тоже мне помогайте, вы чё такие-то? Вот, все, давайте, добивайте её! Кузнец, топором по башке, давай! Бей, давай, бей её! Ты её заморозила? Она упала на землю. А когда она была на земле, кузнец добил ее топором по башке. Фу. Так это значит то, что против вот этих горгулий летающих ледяные заклинания работают. Вот почему мои заклинания, вот это вот электричество против них не работали, потому что они льда боятся, получается. Ну вот видишь, кузнец дело сказал, а ты ему не поверил, и мне тоже не веришь. Вот надо тебе прекращать этой фигней заниматься, да. Так, ну у тебя есть одно заклинание. А где нам еще найти заклинание, чтобы перебить их всех, вот этих возле дома Шурика, их еще где-то штуки 2-3 сейчас находится. Ну так пошли в магазин книг, купим тебе какое-то заклинание, и все. Слушай, ты сегодня голова, кузнец? Ты что, сегодня проснулся и резко поумнел, что ли, получается? Точно так, Катюха, не отставай! Мы же здесь не были в этом магазине, наверное, с самого начала сезона магии. Здесь же вот эти книги на палочке продаются, которые можно покупать. Давай внутрь заходи, Катюх. Красота-то какая, каждый раз, когда в этот магаз заходишь. Короче, ищите книги, вот с Катей, идите, все книжные полки там осматривайте и смотрите, сможете ли вы найти что-то, где написано «Лёд». Вот это ищите. Так. О, я сказку про Колобка нашла. Не надо сказку про Колобка. Так, давай сразу к тебе. Слушай, мужик, это продавец книг, продавец палочек, как тебя там зовут? Книги, заклинания на лёд нам нужны. Самые жесткие, которые у тебя здесь есть, только в этом магазине. Все купим прямо сейчас. Ищет там что-то. Ну, пускай ищет. Давайте мы ему мешать не будем. Вдруг найдет хотя бы одно какое-то заклинание. Тогда я Кате уже буду помогать, а ты, кузнец, будешь добивать этих голубей на земле. Ага. А у тебя деньги-то с собой есть, а тебе хватит? Конечно, хватит. У меня в инвентаре сейчас там 5 стаков серебряных монет. Конечно, хватит. Нифига себе. Да. Ладно. Ага. Это самое сильное заклинание, что у меня есть. Будете брать? Ну, если это заклинание льда, то да, конечно же, будем. Давай прямо сейчас. Ну, потому что реально, у меня же палочка грома. Я же, можно сказать, электрический маг. Откуда у меня заклинание льда? Я же их даже никогда не изучал. Сейчас купим пару книженцы и все. Пойдем перекокаем всех вот этих. С вас 48 серебряных монет. Сколько? Да я на 48 серебряных монет половину дома в городе смогу купить! А я тебя спрашиваю, есть ли у тебя деньги? Ага. Ну а что вы хотели, а? Это самые редкие книги льда, которые у нас есть. Будете брать или нет?
Да будем, у нас как будто выход-то есть какой-то. Давай сразу, 48 серебряных монет. Так, сейчас на бочку. Вот, 48, держи. Целый стак на какие-то книги. Никогда в жизни столько не читал, как сейчас буду читать. Давай выбрасывай. Ага. А ты мне потом сумочку купишь? Конечно, куплю тебе сумочку так магическую. Так, здесь у нас находится стол зачарования. Оставим мою палочку грома и вот эти два заклинания. Одно вот сюда, другое вот сюда. А вот сейчас выходим на улицу, вижу еще одну вот эту, выходите давай на улицу, все, спасибо огромное, давайте. А вот сейчас мы как раз таки попробуем испытать вот эту вот теорию кузнеца, то что их убивает лед. И... Ядрить, колотить, это что за метель новосибирская? Ааа, что это за Новосибирск, реально? Я что, блин, куда приехала-то вообще? Как это убрать? А, все. Так, вот это не сработало, потому что он не приземляется сюда. Катя, морозь, давай ее! Вот! Я пытаюсь, давай! Добивайся! Добивай! Давай, по башке, давай, давай! На! Еще раз, на! О, убили. Ты смотри, с нее зуб даже выпал какой-то. Чур мне. Да какой тебе, мы с этого зуба потом оружие какое-то ядовитое сделаем. Работает реально. Тактика, вот эта Катя и кузнеца работает. Все, зелья взяли, вот эти заклинания взяли, топаем в дом к Шурику. Так, аккуратненько действуй по той же тактике, если вдруг на нас сейчас нападут. Вот она. Вот она, только попробуй меня харкнуть! Кузнец, я ее заморозил, давай! Бей, Катя, давай! Давайте, ну! Добивай, кузнец, молодец! Добивай, еще пару! Молодцы-то еще какие! Одна. Командная работа прям! А вот это уже, походу, последняя, как я понимаю! Катя, морозь! Сейчас, давай ниже, спускайся, птичка! Ну, молодцы, прям мы втроем 4 горгули вот эти кокнули за минуту, получается. Все, к Шурику домой, к Веронике, зелье ей даем, и можно сказать то, что мы ее вылечили. Давайте, заходите передо мной, быстро там. Ёпарасы, это что, у вас в городе землетрясение, что ли, началось? Спасайся, кто может, быстрее в укрытие, прячемся! Успокойся, это не землетрясение, сюда вернулось! Это Вероника чихнула! Все нормально, Кать! У вас там все вообще хорошо, в смысле, я прям чувствую это землетрясение! Я тоже. Вот и я тогда обосрался до усрачки, когда на первые разы вот это чихало так, то что весь дом шатался. Но я говорю, не переживай, это для той болезни, которой она болеет, это вполне нормально. Лесоруб, Шурик, Вероника, Шурик, держи зелье, мы наконец-то его притащили. Вы прям вовремя успели, Веронике стало намного хуже. Ну тогда кота за причиндалы, не тяни зелье, давай и выбрасывай, а ты, Вероника, пей. Давай, дай, бери, садись. Сядь, а то лёжа пить не надо, если еще подавишься, еще хуже будет. Садись давай. И медленно бери, гли-гли-гли, заливай в себя вот просто все, что там есть. Ядрить вот этот кукурузу. Ложись давай обратно, ложись. Как ты себя чувствуешь, Вероника, лучше немного стало или нет? Стала! Она больше не вот эта не зеленая, как жопа Шрека! Смотри! Шурик! Все нормально! Вероника, любимая моя, ты как себя чувствуешь? Да нормально, Шурик, она себя чувствует. Так, а вот сейчас я предлагаю! Отметить! Наконец-то! Ребята, отойдите от девушки! Как там ее звать-то? Веронику первый раз вообще ее вижу. Отойдите ей, она только-только поправилась. Ей нужен отдых. А вы тут орете уже, собрались отмечать. Только пошли отсюда быстро. То тоже верно. Отметим в следующий раз. Все, кузнец, брат кузнеца на выход. Шурик, ты присматривай за Вероникой. Все, давай! Сработало!
Наконец-то хотя бы что-то в этой жизни сработало, и мы сделали это не через жопу, а как нормальные человеческие адекватные люди. А дом кто чинить будет вообще потом, после этого всего? А ну Шурики починит его же дом, он же там с Вероникой живет, я там как бы не живу уже давным-давно. А где ты живешь? Почему я у тебя до сих пор в дома в гостях не была? Так вот... Прямо у тебя за спиной? Это бывший дом Вероники, сейчас я там живу. Она просто переехала к Шурику и отдала мне свой дом. Ну нифига себе, хоромы двухэтажные, цветочки, лестница есть, даже дверь. Это я понимаю, лакшери жизнь. Так может быть пригласишь даму на чай? А вот возьму и приглашу, а вот вы, кузнец и брат кузнеца. Ну ты иди к своей жене, кузнец, вы с ней уже по 3 дня где-то не виделись. А ты, кузнец, иди своих племянников там про... Брату, как его, лесоруб, господи, одинаковые, как 2 капли воды. Все, давайте! Спасибо всем за помощь там. Все, давай. Кать, а мне кажется, или ты себе жопу отморозила немного, а? А чё не так? Да нет, все так, просто как-то немного странно выглядишь. Так, ладно, давай, заходи в мой дом. О! Ну, наконец-то можно хотя бы немного расслабиться после этого всего, не? Да, наконец-то я смогу тебе вообще отдать то, ради чего я сюда приехала. Посылку тебе вообще-то, вот она. Ага, ты готов? А-а-а, точно, ты же мне что-то в предыдущей серии про посылку втирала. Ну давай, показывай, что притащила сюда. Смотри, значит, новосибирские яблочки. Держи 5 штучек маринованные, вкусненькие. Тыквенный пирог. Сама пекла, он с тыквой, кстати, и в виде пирога. На вкус как пирог тыквенный. Ну и самое главное, сейчас мы коробочку вот эту вот уберем, чтобы место было. Я тебе связала ковер синий, как ты любишь. Зима близко. Вот, тебе будет тепло, чтобы босиком не ходил. В следующий раз носочки вязаные привезу. Варежки, шарфик еще тебе, вот. Ага, нравится? Ну, да, спасибо, пригодится в хозяйстве, пирог прям сегодня заточу. А ковер всегда нужен как бы в доме, спасибо, Катюха, да. Может это, спать сейчас пойдем уже, а? Нет, это не все еще. Я тебе этот твой магический костюм первый тебе связала сама. Вот купила нитки, все по канонам магии тебе сшила сама. Поэтому вот давай раздевайся, будешь мерить сейчас. Какой магический костюм? Ну, у тебя вот, я видела, вроде колпак был, а так ты как оборванец. Ходишь тут, я не знаю, рубашка какая-то неказистая, ну, что это самое. Подожди. Я, правда, сегодня переодеться немного забыл в старой своей рубашке. Ну, давай, показывай, что ты там шила. Магическая мантия. Ботиночки, надеюсь, по размеру подойдут. Магические труселя, давай, переодевайся и показывай. Надеюсь, по размеру все подойдет, потому что я вот помню, на глаз шила, если честно, на глаз. Ядрёный калавратий. Так это посмотри, красотища-то какая! Весь синий-желтый, прям как Украина. А вот за такой подгончик спасибо, Катюх. Вот это реально хорошо, вот за это реально спасибо. Так, а за яблочки что ли не спасибо? Я ничего не поняла. Ну, за яблочки, за пирог тоже спасибо. Ну все, давай, засандаливайся на стол, вон стул, вот это сейчас будем с тобой ужинать. Да не, мне на самом деле уже пора. Я у вас тут задержалась опять в городе. Я просто тебе хотела посылку отдать и уйти. А как обычно, какой-то непонятный калавратий реально начался, все. Ты что, даже не задержишься в городе хотя бы на день? Я тебе хотел показать все наши достопримечательности, а ты сразу же уезжаешь? Как-нибудь в следующий раз, сейчас, погоди. Блин, никогда не научусь свистеть, наверное, но сейчас, погоди, подождем. Кого подождем? А вот кто. Давай, сюда, вниз. Ай, молодец какой. Это еще что? Это мой ковер-самолет, он за мной прилетел. Сейчас мы домой полетим. Это такси за тобой летающее? Это ты его вызвала сейчас? О, молодец. Это я его дрессирую уже не первый день. Умничка, молодец. А почему на ковре никого нет? Как он сам-то прилетел? Так я тебе говорю, я его дрессирую. Но у меня другого транспорта нет, надо же мне как-то летать вообще. И на велосипеде же кататься. Как обычно, была рада с вами со всеми увидеться, там с кем-то познакомиться. Рада, что Вероника ваша выздоровела, надеюсь, больше никогда болеть не будет. И эти голуби вонючие к вам больше никогда не прилетят. Ну а мне надо домой. Ну, ты это,
Приезжай еще сюда, когда свободная минутка будет. Мы всегда тебе здесь рады. Так, ну да, скоро же Новый год, тебе нужно будет подарочек какой-нибудь новый связать. Носки свяжу тебе, все. Вот, да, пора. Все, давай, хорошего полета, Катюх! Все, пока! Арабская дочь! Ага, только там не дочь, там ночь, Кать!